Всем привет, ребят! Вы на канале LookTool, с вами Юрий, и сегодня мы с вами будем заводить бензопилу Husqvarna модель 137. Старая, добрая наша Husqvarna. Вот. И сейчас мы ее заведем. На данной пиле не предусмотрен праймер подкачки топлива, следовательно, дергать придется не раз, может быть, 2-3 раза. С одной стороны, это плюс, конечно, что его нет, он не может сломаться. С другой стороны, минус в том, что приходится дергать побольше, на несколько раз. Итак, как же мы заводим? Прежде всего, конечно же, надо бензопилу заправить. Вот в эту. Вот сюда мы заливаем чистое, любое чистое масло. Вот сюда мы заправляем бензин, разведенный с двухтактным маслом. Пропорция 25 грамм на 1 литр бензина. Вот, далее делаем вот так. Вытаскиваем до щелчка. До щелчка вытаскиваем рычаг дроссельной заслонки. Включаем зажигание налево, то есть до конца щелкаем налево. Вот, прижимаем инструмент к земле хорошо. Не надо заводить его там, зажимая где-то между ног или просто на весу дергать. Пощадите себя, инструмент положите, прижмите его к земле, хорошо прижмите, делайте короткий резкий рывок и слушайте. Вот, схватилось и заглохло, так как нет воздуха. Мы открываем заслонку, то есть туда ее запихиваем и дергаем еще раз. Так вот, а на горячую, когда ваш инструмент уже прогрелся, просто включайте зажигание и дергайте. И все, ваш инструмент готов к работе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.